Усть-Кан с высоты птичьего полета. Мы забрались на гору, которая рядышком, гора Николка. И вот так вот выглядит Усть-Кан с высоты. Высота над уровнем моря примерно около 2000 метров. Но сам Усть-Кан находится примерно на 1070-1100 метров над уровнем моря. Ну, плюс еще гора. Не знаю, сколько она высотой. GPS почему-то определяет неправильно. А карты высот показывают вообще что-то 3600. Но это я не верю в это. Надо будет посмотреть уже по нормальным картам внизу. Ну, в общем, вот так выглядит Усть-Кан. Очень красиво.